если что, с Лерой вечером начнем стрим. Вы не переживайте, она пока идет. Бодя, хочешь, я закину 10 тысяч? Вы так серьезно это пишете, но на самом типа, деле... серьезно думаете, что кто-то скажет нет? Пиздец! Она, она написала не ломать. Она... Я сказал! Пиздец! Я сказал! Пиздец! 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 Ебать! Давай пиздец! Пиздец! Давай пиздец! Ебать! Новая пиздец! 56! Пиздец! Ты чё, блядь? Ты чё, блядь? Не надо. Охуеть! Ой, ничего. Она сказала. Охуеть! Читай чат. Она сказала просто так. Ломать не надо. Я сказал, если она скажет, что не нужно ломать, то не нужно ломать. Спокойно. Мы ничего не ломаем. Ты охуел? Пиздец! Ты охерел? Я думал, это рофл, я скажу, что она сейчас 55 закинет, она 55. Он заболел. Это последний ее донат, я уверен. О, господи. Ребят, вырезку со стрима сделайте, это самый огромный донат в моей жизни был. Мы проверим. Да я, ты думаешь... О, Кирилл, 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 Кирилл. Мне показалось, что там еще выросло, не пугай меня. Да, 200! Мне показалось, что 98! Я Кирилл, да! Кирилл, Кирилл, это... Вот-вот, просто это лицо дно. Ребят, это жесть! Ребят, 4000 лайков за это, ну пожалуйста, один лайк поставьте. Лен, пожалуйста, спасибо тебе огромное, мне очень приятно. Я наконец-то... Ты даешь нам жизненные силы. Нет, как минимум ты не даешь нам жизненные силы. Я наконец-то смогу нормально жить с бабушкой, потому что у нас и так денег не хватает, поэтому я и включил стрим. Господи, наконец-то я могу покушать нормально, домой взять что-нибудь. Господи, нет, Лен, спасибо тебе огромное. Понимаешь, что вот она сейчас скинет еще, если вдруг сейчас скинет еще 200. Подождите, я сейчас в топ-донатеры если закину. Если еще 200 будет, мы же... Нет, я после стрима. Да я, нет, это нет, ее последний думаешь, донат. Нет. Кирилл, это ее последний отвечаешь, донат. Отвечаешь, вот клянешься. Я клянусь, что это ее последний донат был, я уверен. Это все ее, это... Лен, пожалуйста.